Тренировка школы кудо начинается, как всегда, с разминки. Необычны только декорации, бойцы переехали в новый зал, и тренер. Двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна замещает один из его лучших учеников – Юсуп. Чемпион России, бронзовый призер мира. Я занимаюсь сам с 5 лет, и я это уже как бы 10 лет уже занимаюсь. Эдгар меня многому научил, и все, что он меня научил, я также дать свои знания, передать тоже как бы детям, ну, новичкам. Сам Эдгар сейчас всецело занят подготовкой к отбору на Кубок мира, чемпионату России. На соревнованиях такого уровня аутсайдеров нет, зато есть явные лидеры. С ними-то ивановцу и предстоит побороться за награду высшей пробы. Дальний Восток. У нас так получилось неудачно, что мы проиграли бойцу Дальнего Востока. Как раз Эдгар на него готовится, занимается. Ну, как бы все, знаете, все слабые, сильные стороны, он более подробно изучил. Я думаю, сейчас возьмет матч-реванш и достойно как бы проведет этот бой. И всем докажет еще раз, что он является самым лучшим в этом виде спорта. Саша Аркадьев тоже пробился на чемпионат России, заняв 2-е место в первенстве ЦФО. Это было непросто. Перед финалом Александр получил серьезную травму, но все же сумел довести поединок до победы. Бои, конечно же, были у нас очень сложные. Мы готовились очень серьезно к этому турниру. Это были первые соревнования мои по возрастной категории в мужчинах. Соперники все были достойные. Мы с тренерами настраивались как физически, так и морально. Без травм, конечно же, не обошлось. В полуфинальном бою получилось так, что вылетело плечо. Из-за этой травмы у нас не получилось выйти в финал. Но самая главная цель, которая была поставлена моими тренерами, это отобраться на чемпионат России. И мы эту цель выполнили. В личной копилке спортсмена уже есть золотая награда чемпионата мира. Еще раз представить Россию на ответственных соревнованиях – его мечта. Моя цель – выиграть чемпионат России, доказать, что Ивановская федерация кудо России – это лучшая федерация. И теперь как бы я учусь еще в пожарно-спасательной академии и представляю не только Иванова, но и также свой вуз. Чемпионат России пройдет в феврале будущего года. Наши спортсмены настроены решительно. Обещают тренироваться, не щадя себя, чтобы в очередной раз привезти в Иваново золото. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.